Так, ну а вот, пишет мне, а вот, допустим, значит, если нам уже надо 25 толщу отпилить, то это вообще не представляет никакого труда. Ну вот ставим, допустим, 50-ку, да? Вот, включаем. Вот так вот он пилит грушу на 25 шириной. То есть очень быстро. Посмотрите, какой чудный ломоть. Вот тут ложечка выйдет. Видите, красная прожилка. И вот так вот половину делаешь, чтобы ложка была красная, но она потом коричневая сделается, когда проварится в массе. А половина будет желтая. Очень, очень эффектно. Джентльмены. Ну вот так. Вот опять же, педаль моментального тормоза очень удобная вещь. Каждый такой станок большой, на котором ты пилишь пни, да и вообще какой угодно, он должен быть снабжен педалью моментального тормоза с концевиком и именно с тормозным устройством, которое тормозит барабан. Ну вот. Так вот она пилит. Да я, дорогие друзья, знаете, думал, куплю там, 1050 себе такую. Я всю жизнь делаю. Все своими руками, думаю, куплю. Потом выяснилось, что за 50 тысяч я ничего не куплю. Что я куплю? 600 ватт буратину выпилить какую-нибудь.